С целью оказания помощи больным, нуждающимся в донорской крови, в день Ашуры были проведены акции по добровольной сдаче крови, организованные Министерством здравоохранения Азербайджана и Управлением мусульман Кавказа. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в ходе акции добровольно сдали кровь 1378 человек в Баку и 935 в других городах и районах республики. Всего было собрано 1040 литров крови.